зона очень деликатная. Если у вас возникает желание добавить еще, остановитесь. Гиперкоррекцию очень просто можно получить. Не забывайте, высоко нельзя, костный край орбиты, зона, за которую мы не заходим, потому что анатомически кожа, мышца, кость, там ПЖК нету. Иногда пациенты приходят и говорят, мне вот туда, туда, мне туда, туда. Туда нельзя. А хочется. Будет видно колбаску. Она может быть и не сразу, а потом она может контурироваться. Угу. Все, желаю эту процедуру. Она не особо не страдала во время этой процедуры. Самое главное настрой. Самое главное желание с первичными сложнее. Сложнее с теми, кто делает, потому что все делают, и я дай попробую. А те, кто мотивирован, те, кто настроен, те, кто пришел и знает, когда они говорят, есть ли зависимость? Есть. Вот картинки в зеркале зависимость. Да, сразу заметно. Что заметно? Скажите. Вы знаете, что особенно вот здесь мне как-то нравится. Где? Вот здесь. А смотрите, носогубку мы не трогали вообще. Она поднялась за счет. То есть когда птоз, смотри этажом выше. Не расходуй, не трать сюда материал напрасно. Смотри этажом выше. Мы подняли все в общем и целом, а проработали всего из одного доступа среднюю третью. Поэтому тот, кто конюлями еще не владеет, вам надо к этому стремиться. Надо уже в эту сторону надо вот ориентироваться. Тут надо даже совершенно другую возможность, другой уровень. Таких пациентов очень много, у которых не морщины, вот проблемы, жалобы. Усталый вид, уставшее, унылое выражение на лице. Да. Спасибо большое.